Foreign Minister Lavrov, thank you very much for this statement. Foreign Minister has agreed to take some questions. We have a bit of time. I have already received two cards with two questions, and we'll take those first and then call on the next colleagues. Just give me a chance to call up the first one. The first one was Joe Joffe, whom I'm going to ask, where is he, whom I'm going to ask his question himself. Mr. Foreign Minister, I understand all the problems that you mentioned that you had with the United States, such as on the CFE or on the missile defense, apart from the fact that, or on the INF treaty, where you think that drones are like cruise missiles, I understand these problems, though I would add as a footnote that Obama finally took down, essentially, the European missile defense system. What I don't understand is, if you have problems with the United States, why did you make the Ukraine pay for it by taking Crimea and being well on the way to annexing or splitting Ukraine? What did the poor Ukrainians do that you punished them for the malfeasance of the United States? Ну, у вас, конечно, извращенное сознание, я это уже понял. Не надо путать яблоки и апельсин. Я говорил о том, что, понимаете, мы можем, сейчас говорят, вот урегулируем украинский кризис, и вся система безопасности и стабильности сама собой начнет работать. Все наоборот. Урегулировать кризис надо, это первейший приоритет. Но мы не можем закрывать глаза на то, что все договоренности, которые были провозглашены после окончания холодной войны, они не соблюдаются. Поэтому у нас нет никакого желания мстить кому-то, тем более мстить кому-то за счет кого-то. Мы хотим иметь нормальные отношения с Соединенными Штатами. Не мы разрушали те такие развернутые механизмы, которые были созданы за последние годы и которые обеспечивали повседневный контакт и снятие озабоченности друг друга. И из договора о противоракетной обороне не мы выходили, и адаптированный до все не мы отказались ратифицировать. Надо сейчас собирать по крохам то, что остается у нас, и каким-то образом на основе переподтверждения хельсинских принципов договариваться о новой системе безопасности, в которой было бы уютно всем, включая Украину, включая Грузию, включая Молдову, включая всех, кого наши американские коллеги ставят перед выбором. Вы должны пойти в сторону Запада, должны меньше сотрудничать с Россией. Это факт. Я знаю, что американские послы по всему миру такие указания получают. И я вот вижу Александра Вершбоу здесь. Он недавно давал интервью и сказал, что НАТО это самый миролюбивый блок на свете. И вообще это надежда европейской стабильности и безопасности. А кто бомбил Югославию, а кто бомбил Ливию в нарушение резолюции от безопасности? Так что те успехи, которые односторонние акции приносят, мы наблюдаем сейчас на Ближнем Востоке. Мы за то, чтобы НАТО была не образцовой организацией, как хотят ее представить, а участником равноправного диалога по обеспечению стабильности. Что в этом плохого? Либо все хотят, чтобы мы признали подчиненную роль всех остальных по отношению к США и НАТО. Я не думаю, что это в интересах мирового порядка и мировой стабильности. И на Украине все началось. Президент Обама недавно просто в открытую сказал, что США были брокерами в процессе перехода власти, в процессе транзита. Ну, такая очень скромная формулировка, но мы прекрасно знаем, как все это было, и кто и как обсуждал по телефону, и открыто состав персоналей, которые должны быть в новом украинском правительстве, и многое другое, и как сейчас происходит, и кто мониторил повседневно события на Майдане. Там не было наших военных специалистов и экспертов. Поэтому мы очень хотим, чтобы украинский народ восстановил свое единство, но это делать нужно на основе реального общенационального диалога. Когда центральные власти, вот сейчас недавно,
принимают решение отмечать как национальные праздники день рождения Бандеры, Шухевича, даты образования украинской повстанческой армии. Но как эти праздники могут отмечать на востоке Украины? Никак. А на Западе уже не хотят отмечать 9 мая. Вот даже не говоря о других специфических особенностях украинского общества, вот одно это требует каких-то политических договоренностей. Вот здесь, наверное, стесняются говорить, но нам известно, что сейчас проводится мобилизация, которая наталкивается на серьезнейшие трудности на Украине. Представители венгерского, румынского меньшинств ощущают, что их дискриминируют, так сказать, позитивно. Их набирают в гораздо больших пропорциях, чем этнических украинцев. А почему об этом не поговорить? Почему не поговорить о том, что на Украине живут не только украинцы и русские? Там есть и другие национальности, которые волею судеб оказались в этой стране и хотят там жить. Но почему им не обеспечить равные права и учесть их? Когда были выборы в Верховную Раду, я знаю, что Венгрия, венгерское меньшинство очень просило нарезать избирательные округа таким образом, чтобы хотя бы один этнический венгр попал в Верховную Раду. Округа нарезали так, что никто туда не попал из венгров. Это все говорит о том, что есть о чем поговорить. Просто проблемы, которые реально существуют и которые мешают украинскому государству выйти из этого тяжелейшего кризиса, они замалчиваются на Западе. Я спрашивал у многих, когда ввели закон о люстрации, у многих здесь сидящих в том числе, один на один мне все говорят, это ужасный закон, его нужно срочно отменять. Я говорю, а почему публично этого не говорите? Ну, у нас как бы есть такое понимание, что украинскую власть надо сейчас поддерживать, их не надо сейчас критиковать. О чем тут еще можно говорить? Поэтому я очень надеюсь, что вчерашние усилия, которые были предприняты президентами Франции, России, канцлером ФРГ, дадут результат, который будет поддержан сторонами конфликта и который позволит реально успокоить ситуацию, начать так необходимый общенациональный диалог о путях решения всех проблем, и социальных, экономических, и политических. Thank you, Sergei. We have a huge number of questions. No way we can handle all of those. But the next question comes, a tradition here already, from one of our young leaders, the Young Leaders Group. If I'm not mistaken, this young leader is actually an Ukrainian, Dr. Igor Tsovka. Are you there? Can you ask the question? Yeah, I'm here. Okay. Thank you. Minister, coming back to the results of not only yesterday's negotiations in Moscow, but the day before yesterday's in Kyiv, the good news which comes out is that Minsk agreements are still on the table. While the bad news are that not all the signatories to the Minsk agreements are willing to fulfill the Minsk agreements. By not all, I mean the representatives of the DNR, LNR, who's still waging a warfare, an offensive warfare, shelling the civilians, etc. And I also mean the Russian part, because I remind you, your ambassador to Kyiv has signed this Minsk arrangements as well. But we now see the position of Russia of renegotiating the touchline, or I would say not exerting enough pressure to the DNR, LNR militants, which you admit you are having an influence on. So let's imagine that you really want to implement the Minsk arrangements. What guarantees can you, as a Minister of Foreign Affairs of Russia, give that the Minsk arrangements and possible further documents to be concluded as a result of negotiations of head of state and governments, so what guarantees they will be fully implemented, all 12 points implemented, and you will use all your influence and pressure on the DNR, LNR militants to fulfill them to the full extent and to bring peace? Thank you. Как только главные участники Минского процесса, украинские власти и представители провозглашенных республик ДНР и ЛНР достигнут договоренности по всем практическим аспектам выполнения каждого из минских пунктов, я убежден, что Россия будет среди тех, кто обеспечит гарантии этой договоренности. Хоть в ОБСЕ, хоть в Совете Безопасности ООН, убежден, что и Германия, и Франция, и другие страны будут готовы такие гарантии предоставить. Но гарантировать можно только то, что уже сделано, что достигнуто. А договариваться нужно напрямую. Не надо
делать вид, что эти люди будут брать под козырек. Они живут на своей земле. Они воюют за свою землю. И когда говорят, что вот они бы сами не смогли обеспечивать превосходство на поле боя, у них дело правое. А украинские солдаты, они не понимают, за что их бросают воевать. Поэтому договариваться нужно напрямую. Как однажды американскую администрацию критиковали за то, что она активно поддерживала контакты с талибами через Доху, через Катар. И администрация в ответ на критику сказала: а что вы нас критикуете за то, что мы ведем переговоры? Ну, они враги, но с друзьями переговоры не ведут, переговоры ведут с врагами. Так если считают украинская власть врагами своих граждан, все равно придется договариваться с ними. И не надо надеяться, мне кажется, нашим украинским коллегам, на то, что вот эта вот безоглядная поддержка, которую они получают со стороны, она решит все проблемы. Мне кажется, что вот эта поддержка, абсолютно лишенная всякого критического анализа происходящего, эта поддержка еще и кружит головы некоторым. Так же, как она в 2008 году вскружила голову господину Саакашвили. Все знают, что из этого вышло. Thank you, Sergei. We have a very large number of questions, but I do want exceptionally to take the privilege of sitting here with you to ask one question myself. I happen to be part of a group called the European Leadership Network, which has Russian participants, European and American participants, and which put out recently a study about the kinds of close military encounters that have happened recently in the European airspace and elsewhere. My question to you is this, Sergei. If it is our first priority to try to find a way to calm down the situation in eastern Ukraine, to obtain a ceasefire, should it not be one of our next priorities to try to figure out a way to create an arrangement, given the complete breakdown of mutual trust, to create an arrangement that would at least enable all of us, Russia, NATO, the United States, European countries, to avoid avoidable, unnecessary, potentially dangerous close military encounters? I think this is the last thing we need in this situation. So why can't we stick our heads together and create an arrangement that will make sure that our airplanes, our ships, our military installations don't come as close to each other as has happened in recent weeks too often? And if I just may invite Edward Lucas to add his question, because I think his question goes exactly in the right in the same direction, if I'm not totally mistaken. Edward, he's over there. A few weeks ago, a plane leaving Copenhagen Airport on its way to Warsaw came within 9 seconds of collision with one of your country's warplanes, which was flying in civilian airspace, in international airspace, with its transponders switched off. This is not something that any NATO or any EU country would do when flying near Russia. So why do your warplanes, your country's warplanes, find it necessary to fly in international airspace, which they have every right to do, but to do so with their transponders switched off, making them invisible? This is the equivalent of driving a large truck, a large black truck, through the streets of a city at night with the lights switched off. I do not see any political justification for this, and I'd like to know why it's happening and whether you have any plans to stop it. Знаете, у нас существовала разветвленная сеть механизмов двусторонних между Россией и НАТО, в Совете России и НАТО, где военные ежедневно общались друг с другом, где были специальные встречи экспертов из столиц. Там было много совместных проектов по борьбе с терроризмом, по разработке специального устройства, которое
детектора взрывчатых веществ, Стандекс, коллективный проект был. Среди прочих был и проект по подготовке кадров для службы безопасности Афганистана, оснащение этой службы вертолетами. И был проект так называемый Common Airspace Initiative, совместная инициатива по воздушному пространству. Сейчас все это заморожено, хотя в рамках этих механизмов вполне можно было договариваться о том, чтобы избегать опасной военной деятельности. Что касается конкретно темы активности военно-воздушных сил, то у нас есть соответствующая статистика, которая показывает, что активность на натовской стороне возросла неизмеримо больше, чем на стороне России. По-моему, в конце января наш постоянный представитель, посол Грушко, встречался с Йенсом Столтенбергом ровно на эту тему и передал ему такой факт-шит с изложением статистики, которая нами ведется. Так что мы открыты к созданию, вернее, к воссозданию механизмов взаимодействия, но пока все они заморожены. Остался только совет постоянных представителей, совет послов, который не часто встречается. Все остальное закрыто. Сейчас даже возникают проблемы, хотят, судя по всему, наши натовские коллеги сократить физическое присутствие российских дипломатов в нашем представительстве при НАТО, ограничивают нам уже доступ в штаб-квартиру, где есть наше помещение. Ну, наверное, это будет способствовать дополнительному появлению темных пятен в наших отношениях и не будет помогать прояснять намерения друг друга. I think we have time for two more brief questions. The next one goes to one of those who wanted to speak during the Chancellor Merkel session, Charles Grant. Mr. Lavrov, you said that you wanted to find common principles for European security. My worry is that the principles of the European Union, which is based on democratic self-determination, is incompatible with Russia's own principle. You believe in spheres of influence. As Mr. Kennan, George Kennan said about 60 years ago, many of Russia's neighbors have to choose between being enemies and vassals. Given this incompatibility between our principles, what common rules are available? Mr. Medvedev put forward some plans about 5 years ago for a new European security architecture. These didn't work because Russia wanted a droit de regard over what went on in its neighborhood. So, my question is, can you see a way forward? Is there a compromise possible between Russia's principles for the European security order and those of the European Union? Вы, наверное, не очень внимательно слушали. Я не говорил о том, что необходимо разработать новые принципы. Я говорил о том, что необходимо переподтвердить принципы, которые заключены в Хельсинкском заключительном акте, в Парижской хартии, да в тех же документах Совета России и НАТО, но на этот раз подтвердить по-честному. И самое главное – придать им обязывающую форму. Договор о европейской безопасности, который вы упомянули, тоже не предлагал ничего нового. Он предлагал лишь в юридически обязывающей форме закрепить принцип неделимости безопасности, который провозглашен и в рамках ОБСЕ, и в рамках Совета России и НАТО. Но наши натовские коллеги сказали, что юридические гарантии безопасности должны оставаться прерогативой НАТО, чтобы в нее все стремились, чтобы эта разделительная линия росла и углублялась. Почему отказываться от того, чтобы безопасность была равной? Это же было провозглашено, это обязательство, которое взяли на себя президенты и премьер-министры стран Евроатлантики, стран ОБСЕ. А получается, что НАТО хочет сделать ее неравной, что, вот как говорил Орвел, кто-то был более равным, чем другие из животных. Но вы Кеннана процитировали, я могу процитировать и другое его высказывание. Он сказал, что холодная война была колоссальной ошибкой, которую сделал Запад. Поэтому ничего нового изобретать не надо, нужно просто сесть и переподтвердить, а затем честно выполнять то, о чем договаривались пару десятилетий назад. The last question. I apologize to many who have tried to ask questions. Last question goes to Elmar Brok of the European Parliament. Take the microphone, please. Mr. Minister, let's be asking a question in German.
Herr Minister, ich stimme Ihnen zu, dass in der letzten... Minister, ich stimme Ihnen zu, dass in den letzten 25 Jahren nicht alles perfekt gelaufen ist. Aber es hat auch noch ein hohes Maß an Übereinstimmung mit Russland gegeben. Und wir waren kurz vor dem Abschluss eines Partnerschaftsabkommens, das die Modernisierung auch der russischen Wirtschaft als Ziel hat und viele andere Beispiele. Aber wir haben, glaube ich, ein Regelwerk in Europa geschaffen, das bedeutet territoriale Integrität und Souveränität der Völker. Und beide Prinzipien sind verletzt worden. Wir müssen ja sehen, dass in der Krim und der Ostukraine es kein innerukrainischer Kampf ist, sondern dass Russland Konfliktpartei ist. Und ich glaube, das muss man feststellen dabei. Das ist eine entscheidende Voraussetzung zu einer richtigen Beurteilung. Und ich glaube, wir werden dies nur bewältigen können, wenn eine faire Beurteilung der innerukrainischen Situation da ist. Ihre Beschreibung der innerukrainischen Situation ist nicht akzeptabel. Es war kein Coup, sondern es war eine Vereinbarung mit Präsident Janukowitsch, der vom Parlament mit einer großen Mehrheit beschlossen worden ist. Es haben zwei Wahlen stattgefunden, wo 80% der Bevölkerung sich proeuropäisch ausgesprochen haben, die Nationalisten und Faschisten und die Kommunisten 2-3% der Stimmen bekommen haben und der europäische Kurs beschlossen worden ist. Das ist die wahre Situation, die es innerhalb der Ukraine gibt, die festgehalten werden muss. Und ich meine, dass es keinen Grund mehr da geben darf im 21. Jahrhundert, dass die Prinzipien von Helsinki der territorialen Integrität und der Souveränität verletzt werden. Und zur Souveränität gehört es, dass jedes Volk, auch die Ukraine, jedes Volk souverän eine Entscheidung treffen kann, mit welchem Land es einen Handelsvertrag abschließen kann. Wenn dieses das Recht ist, zu kontrollieren des jeweils großen Nachbarn, treten wir in die alten Zeiten der Kabinettspolitiken zurück und dieses sollte nicht mehr die Entscheidung der souveränen Beziehung der Völker sein, die in diesen Tagen in der Ukraine verletzt wird. Я уверен, что будет хороший сюжет для телевидения. Вы знаете, есть международные правила, которые действительно иногда трактуются по-разному. И различные действия получают интерпретацию порой прямо противоположную. В Крыму произошло то, что предусмотрено уставом ООН, самоопределение. В уставе ООН есть несколько принципов. И самоопределение народов, право нации на самоопределение стоит на ключевом месте. Одну секундочку. Территориальная целостность, да, вы почитайте устав. Территориальная целостность, суверенитет обязаны уважаться. Обязаны уважаться. И Генеральная Ассамблея принимала декларацию. Ну, может, смешно, я не знаю. Мне тоже было смешно, я сдерживался. Генеральная Ассамблея принимала декларацию, в которой разъяснила соотношение основных принципов международного права между собой. Там подтверждено, что суверенитет и территориальная целостность незыблемы, и что страны, которые претендуют на то, чтобы их суверенитет уважали, должны уважать право проживающих в этих странах наций и не допускать предотвращения права на самоопределение путем использования грубой силы. Значит, что произошло? Вы сказали, что в Киеве произошло всего-то навсего выполнение того соглашения, которое подписал президент Янукович, потому что там были проведены выборы. Ну, во-первых, на другой день после того, как это соглашение было подписано, и независимо от того, где находился Янукович, а он находился на Украине, были атакованы его резиденция, его здание его администрации, здание правительства, это дополнение к тому, сколько зданий и людей сожгли на Майдане за предыдущий период. Но соглашение, которое вот было растоптано таким образом, а его засвидетельствовали министры иностранных дел и Германии, и Франции, и Польши, и вот Радек Сикорский здесь сидит, он, наверное, свою историю может рассказать. Но соглашение в своем первом пункте предполагало создание правительства национального единства. Вот ключевые слова. А цель национального единства, она не может зависеть от судьбы одного Януковича. Что, исчез Янукович, теперь, значит, можно захватывать власть вооруженным путем и наплевать на национальное единство? Но вы же с этим не согласитесь и правильно сделаете, потому что это непозволительно.
Так вот, вместо правительства национального единства, а оно должно было подготовить новую конституцию к сентябрю, и на основе уже этой новой конституции должны были быть проведены всеобщие выборы. Вот последовательность действий. Но начало, отправной пункт, национальное единство, и оттуда уже плясать, выстраивать конституцию с учетом мнений всей страны. А вместо этого Арсений Яценюк, когда это соглашение, значит, было уже предано забвению, пошел на Майдан и сказал: поздравляйте нас, я вас поздравляю, мы создали правительство победителей. Вот что он сказал. После этого те области Украины, которые возмутились и стали протестовать, значит, стали устраивать какие-то свои акции, заявлять о том, что они не приемлют результаты переворота. Их просто стали подавлять, арестовывать сначала тех руководителей, которые выступали против переворота, а потом стали использовать силу. Кто напал на кого? Что, Донецк и Луганск пошли брать штурмом Киев? Нет, туда была направлена войсковая группировка. И они стали пытаться установить свою власть силой. И в Крыму видели, что происходит. Там была попытка правого сектора на самых ранних этапах этого кризиса прорваться и захватить административные здания. Слава Богу, там перешейки есть, и встали просто народные дружины, не пустили. Они провели референдум о своей независимости и затем о присоединении к России. В Косово никакого референдума не было, хотя президент Обама недавно сказал, что в Косово это все образцово, потому что там люди проголосовали на референдуме. Не было там референдума, как и много других референдумов. Германия объединялась без всякого референдума. И мы были активными сторонниками этого. И когда Вторая мировая война закончилась, если вы помните, Советский Союз выступал против раздела Германии. Хорошо, спасибо. И сейчас, вы знаете, еще беда в том, что, говоря о тех методах, которые используются вместо прямого диалога, беда еще в том, что президент Украины утратил монополию на применение силы. Там частные батальоны созданы, которые оплачиваются гораздо лучше, чем регулярные армии. Из регулярной армии люди перебегают в эти батальоны под разными названиями, включая вот Азов, который я тут цитировал, в том числе возглавляемые откровенными ультранационалистами. Поэтому мой ответ вам, господин Брок, мы с вами давно общаемся, вы даже в Москву приезжали, ответ очень простой. Если вы хотите произносить гневные речи, которые будут подкреплять ваши позиции в политике, в Европарламенте, пожалуйста. Если хотите разговаривать, давайте сядем и переподтвердим все хельсинские принципы и посмотрим, почему в одних случаях вы не считаете, что они нарушались, а в других считаете, что так оно и было. Недавно, кстати, базирующееся в Нюрнберге рейтинговое агентство GFK Ukraine, украинское агентство, но штаб-квартира зарегистрирована в Нюрнберге, проводил опрос в Крыму. Более 90% крымчан сказали, что они поддерживают присоединение Крыма к России. Против было 2%, и еще 3% сказали, что мы как бы пока еще не очень понимаем. Это статистика, это люди, это вот та самая... Вот у нас коллега говорил, что в Европейском Союзе главный принцип – это уважение самоопределения. Только вы говорили про страны, а в данном случае самоопределение народа произошло. И самоопределение на основе многовековой истории. Мы можем это все обсуждать, если вы хотите действительно понять нашу позицию и чем мы руководствовались. Президент Путин об этом многократно говорил. Вот, поэтому можно, конечно, над этим смеяться. Ну, тогда просто кто-то получит удовольствие от этого. Смех тоже, говорят, продлевает жизнь. Спасибо большое. Thank you, Sergey.